В жаркие дни люди с повышенным и пониженным давлением часто жалуются на головную боль. Представители компании «Еламед» в этих случаях рекомендуют применять препарат «Диамак». Он успокоит нервную систему, а также поможет избавиться от головной боли. Самое привлекательное заключается в том, что медицинский прибор можно применять дома, что очень удобно. Сейчас у нас проходит акция. Этот аппарат поможет восстановиться после инсульта, а также рекомендуется людям, у кого давление. Компания «Еламед» предлагает приборы здоровья для лечения хронических заболеваний. Чтобы продукция компании была еще более доступна и понятна, в зале организовали выставку-продажу. По просьбе клиентов на выставке-продажи представлены все приборы и гордость компании «Диамак», «Унилор», «Стимел», «Магафон», «Теплон», «Алмак-2». Так, если «Алмак-2» практически универсален и применяется при лечении 79 заболеваний, особенно помогает при таких, как коксартроз, то «Унилор» более узкого направления. Его применяют при лечении лор-заболеваний, таких как аллергический ринит и синусит. Также есть аппарат для решения мужских недугов – аппарат «Мовит». Его применяют при лечении аденомы простаты, хронического гайморита и других заболеваний. Данный аппарат уникален в своем роде. Он прошел успешно множество клинических испытаний. Его широко используют урологи, в том числе и в Шымкенте. Меня проконсультировали, рассказали, как нужно применять тот или иной аппарат. Здесь сейчас проходит акция, цены доступны. Акция состоится с 11 по 17 июня в аптеке «Зерде Фарма» в старом торговом доме Баян-Сулу на перекрестке улиц Байтурсынова и Жильтаксан. В эти дни можно приобрести все физиоаппараты, такие как «Алмак», «Мовит», «Диамак» по сниженным ценам и получить консультацию по всем интересующим вас вопросам. Справочный аптек сети «Зерде Фарма» 50 69 69.